Проект «Читай быстро» представляет. Главные из книги Насима Талиба «Черный лебедь. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и аккуратненько нажать на колокольчик, а мы начинаем. Факт номер один. «Черные лебеди» — это те события, которые происходят вне зависимости от прогнозов. Многие люди слишком сильно полагаются на интуицию и при этом доверяют прогнозам и здравому смыслу. До того, как человек впервые увидел черного лебедя, он считал, что эта птица имеет только белый окрас. Меньше знаешь – больше риск. Мы не способны знать все на свете, но при этом те, кто осознанно отказывается от получения информации, новых знаний, более подвержены риску встречи на своем пути эффекта черного лебедя. Третий факт. Не ориентируйтесь на стабильное прошлое в прогнозах на будущее. 2020 доказал это как нельзя лучше. Автор приводит пример, как фермерская индейка, о которой заботится хозяин несколько лет, не ожидает ничего плохого, но на известный праздник ее подают к столу в качестве главного блюда. Научитесь правильно классифицировать информацию. Учитесь находить причинно-следственные связи, причем старайтесь создавать как можно более длительные цепочки, анализируя разные исходы. Факт номер пять. Масштабируемость информации. Автор обращает внимание на то, что есть информация, которая более-менее стабильна. Например, человек не может жить 200 лет или весить 2 тонны. Но есть такая информация, которую можно масштабировать до любых размеров, вплоть до бесконечности. Не нужно быть слишком уверенными. Стоит трезво оценивать все риски и прислушиваться к экспертным оценкам, а не своему мнению. Все потому, что факт номер 7 гласит. Оценивайте риски с позиции незнания. Всегда по умолчанию считайте, что вы знаете достаточно мало, и старайтесь узнать как можно больше из той тематической области, где вам нужно оценить риски. Восьмой факт. Помните об ограничениях и случайностях. Непредвиденные сложности постоянно окружают нас. Помня об их существовании, вы сможете отказаться от слишком смелых рисков. Но при этом, оценивая перспективы и понимая картину в целом, вы сможете сделать правильные выводы. Научитесь видеть целые потоки возможностей. Старайтесь увидеть не просто одну из возможностей. Научитесь разглядеть и спрогнозировать самые благоприятные пути развития. И стремитесь к их поиску и совершенствованию. Десятый факт. Расширяйте мировоззрение. Путешествуйте, читайте, узнавайте новое, ставьте себя на место других людей, расширяйте сознание любыми способами. Даже если уверены в чем-то на 100%, будьте готовы к тому, что природа в любой момент может преподнести нам сюрпризы в виде черных лебедей. По ссылкам под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Черный лебедь», подкаст с детальным разбором книги и наш уютный читай-быстровский бложек. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, становитесь лучшей версией себя вместе с «Читай быстро».